Всем счастливого Хэллоуина! А сегодня у нас обновление. Как я и сказал, что во вторник будет последний день. И вы увидите красивую табличку о том, что вам остался один день. Надеюсь, вы успели потратить свои визитки. Вы проапгрейдили, конечно, зомбика до последнего уровня. А сейчас, ребята, давайте по Хэллоуину. В общем, Хэллоуин принес нам веселый праздник. Мало того, что это подарочки у нас, затыковки всякие разные, которую вы получаете в виде джеков. Надеюсь, вы будете адекватно бить только тыков. Потому что они дают мало того, что бонусы с плюшками, так они еще дают сердечко. И дают они сверху нам фонарик. И тот, и другой дают неплохой бонус к основным характеристикам всяким разным. Так что выкачиваем. Но вас, конечно, интересует не это. По подаркам, ребята, первое. Первая в жизни беспрецедентная акция, то есть получается два питомца, два, такого вообще никогда не было. Ребят, за 5 лет игры никогда не было в одной акции два питомца, сейчас же их два. Два питомца. Тех, у кого не прокачан Дракула, ребята, его прокачать желательно хотя бы до 16 уровня. Ну, те, у кого совсем проблема с донатами, или тот, кто начал играть, ребята, 10 уровень вам потолок. 10 уровень потолок позволяет ставить 2 аркона, соответственно, кровь на сферату, которая у нас получается здесь. Ой, не выходит. Ну ладно, кровь на сферату дает дополнительный свой бонус, то есть ее тоже выкачивать. Эта штука, ребята, на 60 дней дает неплохие бонусы, но... Тут небольшой минус, она, ну как бы сказать-то, она не вечная, вот. Мы, кстати, спорили насчет третьего приза, мы так и не знали, знали, что будет как бы Дракула, что будет, возможно, Носферату, что будет гроб на колесах, но не знали, кто будет последний, и вот он вышел, наш Фрэнки. Ребята, наконец-то Фрэнки теперь плюс 20, это максимальный уровень всех, ну то, соответственно, питомцев. У нас всего несколько питомцев осталось, которых можно проапгрейживать, соответственно... Вы их в дальнейшем увидите, и, скорее всего, будут такие же акции, где будет именно по два питомца. Ребята, на нас, соответственно, тестируют сейчас такую интересную тактику. То есть будут ли то покупать. Тут надо смотреть. Ну, ребята, тут Дракулу апгрейдят за 299. Да, 200, это я правильно говорю? Да, 299, я уж ошибся. За 299 апгрейд, ребят, такого не было. Всегда Дракула стоил 499. То есть сейчас есть такая возможность прямо качать Дракулу по возможности. Вот, добавляют нам, в общем, на 19 уровне, это на предпоследнем, ребята, добавляют шаровую молнию, вот такая вот вещь. Вот у нее вот такие вот у нас характеристики. В общем, она убивает по 5% от твоего максимального здоровья и будет до тех пор, пока, короче, она тебя не изничтожит. Выглядит она вот так. Ну что смог сказать, забавненько, прикольненько и, соответственно, ну, в общем, я долго бил, короче, искал именно в джеках ее, у кого она есть. Очень трудно найти, кстати, Фрэнки 20 уровня, такое, ну, такое себе, скажем, своеобразное. Не забывайте, ребята, теперь у вас появляется бонус с пугалок, никогда это не забывайте, то есть через каждый час старайтесь кого-нибудь напугать, чтобы себе характеристики поднять. Плюс не забываем, что появился на турнирах, появился специальный турнир на Хэллоуин. То есть тоже в нем нужно участвовать, получить всякие бонусы. Даже иногда выпадают мандариночки. Ну и основная драка у нас будет донатов идти в зловещие лотереи, ребята. То есть, соответственно, первый у нас
победители всякие уже появились по крови дракона нашего, Дракульной. Ну, я, наверное, так сильно в ней участвовать не буду. В общем, у меня прокачан, получается... клеточку. В общем, прокачано у меня как? У меня Фрэнки, в общем, 13 уровень прокачанный. Думаю, что еще за акцию 2 уровня я подниму. Ну, или один максимум. И Дракулу, ну, хотя бы. Вот хотя бы один. Хотя бы один уровень мне его поднять. Носферату у меня, кстати, тоже солидная. Плюс 8. Я думаю, что если я подниму до плюс 9, это будет уже шедеврально. Выкупать подарочки я уже начал, ребята, 3 я вытащил, и, кстати, уже посмотрел видосы, сразу говорю, в общем, дроп падает не очень, потому что люди, короче, говорят, что потратили 300 рубинов, получается, с Фрэнки с 18 уровня до 20-го. Получается, сколько это, 50 тысяч звезд, ой, 30 тысяч звезд, 300 рубинов, сказали, еле-еле выпал, совсем, вот прямо еле-еле выпал, так что не знаю. Ну, на акцию, соответственно, у тех, у кого есть хорошее количество звезд рубин, ребята, вливайте, выкачивайте Фрэнки обязательно хотя бы плюс 8, И Дракула, соответственно, хотя бы 10 уровень для двух арконов. Гроб на колесах! Нет, нет, не попал. Ладно, спасибо, ребята, всем, кто смотрел. В общем, небольшое, краткое, быстрое обновление. Советую, ребята, вкладываться здесь хорошо в питомцев, чтобы их прокачать. Первый раз приду, говорю, что как... Прям первый раз, ребята, акция такая, что 2 питомца. Никогда такого не было. В общем, качайтесь. Празднуем Хэллоуин! Вау!